Сука! Доброе утро! Жопы иди! Друзья, сегодня отличный день, чтобы сказать вам кое-что важное. Дело в том, что мы начали этот влог уже порядка 15 дней, мы ведем почти everyday влог. У нас был перерыв однажды на 2 дня из-за моей болезни. Но изначально мы начинали это все просто как попытка проявить себя, попытка попробовать что-то новое. Вот. Но сейчас мы можем сказать точно, что это перерастает во что-то большее. Хотим продолжать, это нам нравится, то, что мы делаем сейчас. И не хотим останавливаться, хотим идти дальше. Да, поэтому со следующей недели мы официально можем заявлять уже, что мы everyday блогеры, у которых... Everyday блогеры, ежедневные блогеры, которые стремятся к чему-то большему, и каждый день мы будем стараться приносить вам какое-то новое, что-то, какие-то новые впечатления. Сейчас Настя доучивается, совсем чуть-чуть осталось, поэтому таких вот дней, как сегодня, будет меньше совсем скоро. Видим от вас отдачу. Мы видим в этом будущее, и поэтому все только начинается, друзья. И мы идем дальше. Ничего не получилось. Сейчас состояние лица человека, который весь день сидел, учил, учебу делал. О, боже мой. В общем, Настя весь день учила учебу, делала диплом. И только сейчас вот она немножко говорит, нужно хотя бы куда-нибудь съездить. А я как раз настраивал стримы, не стримы, и понял, что Wi-Fi роутер, который у нас есть, это полное говно. Поэтому мы едем за новым Wi-Fi роутером. Знаете, самое смешное, что когда мы покупали тот предыдущий Wi-Fi роутер, Паша мне говорил: «Настя, все, не надо его покупать, он дешевый, он стрёмный». Я говорю: «Ну, ладно, не будем». В итоге мы все равно дешевый купили, сейчас едем за дорогим. Настя совсем сильно устала и просто хотела куда-нибудь сходить, подышать воздухом. Весь день она сегодня учебой училась и маникюр еще маникюрила с утра. Уработалась. А я просто стрим сидел настраивал. В последнее время все чаще и чаще у нас появляется желание просто куда-нибудь сесть и поехать. Хоть на машине, хоть на пароходе. Вот правда, да? Да. Просто куда-нибудь поехать хочется. Так уже чертелось здесь одно и то же. Остался немножечко, совсем чуть-чуть. А мы подходим. Да, к самому памятнику. К самому зашкварному месту Перми. Да, у нас здесь очень чисто всегда. Что, иди фоткайся. Не? Боишься? Не хочу. Ну что, пойдем отсюда? Ну все, увидели, да? Все, хватит. Что тут еще делать? Правильно? Да. Это кто? Он тут или там? Я боюсь, он там. Там. А, привет! Настя, снимай. Привет! Букашка. Куда-то туда уполз. В общем, Настя поняла, что круче купить платье, да? Ну, платье не свадебное, в смысле. Не свадебное, а просто какое-то хорошее белое, в котором на свадьбе и быть, правильно? Да? Да, просто на остальные деньги купить вещей. Да. Вот, и подскажите, где можно купить просто какое-то красивое платье, девочки? Пошли в Мастер. В Перми или... Не в Перми, просто магазины, подскажите, да? Хорошие такие магазины. Не какие-нибудь Бершки, Зары, там ничего нету. Если чудесным образом обнаружили красивый фонтан, представляете? Вроде самый обычный, но... Вообще случайно обнаружили. И сейчас обязательно к нему подойдем, хотя уже моросит дождь.
Дождик, дождик, ты могуч, ты гоняешь, дай дочь. О, вот он. А издалека прикольно смотрится. Холодно. Ну все? Соткаюсь. Все, посмотрела? Че, выходили? Пойдем, посмотрим, пойдем. Все? Подошла, ушла. Нормально пришли? Дождь идет просто. Где мы будем расписываться? Видно, вот красивое такое здание. Ну так-то. Сегодня был день, в котором мы посвятили себя делам. И за счет этого мы сможем снова провести с вами продуктивную неделю. Я наконец-то настроил интернет дома. Был старый вот этот Asus, теперь у нас стоит вот такая вот штука от Xiaomi. И сеть вообще, в принципе, внутри квартиры стала просто нереально крутой. Сейчас будет все намного лучше. Меньше лагов возможных со стримом, потому что я пытался сегодня настроить стрим и понял, что необходим новый роутер. И прямо сейчас я смотрю, как Реал, скорее всего, станет чемпионом страны. Они играют на выезде с Малагой, и если они побеждают или хотя бы играют в ничью, они уже ведут 1-0, то Реал становится чемпионом Испании, и я буду сегодня счастливый спать. Вот, а завтра уже начинается новый день. Новый день. Настя сейчас в душе, мы ее подождем и попрощаемся. Кто? Да. Давай ты. Чего снимал? It's my life.